подписчикам канала классическое бритье Фоллер. Сегодня бреемся. Давно не было видео, поэтому хочется что-то такого хорошего сегодня взять. И это будет крем для бритья Каро Sensitive Sleepy. Годный крем для бритья. Купить, я как понял, можно сейчас на сайтах аптек. Их там завалом, цена 68 штук, блин. Это синий Каро, один из трех, который мне нравится. Дозатор видели какой. Сбивается он отлично как на лице, так и по мазкам в чаше. Аллергических реакций не вызывает. В общем, годный крем за свои скромные деньги. Советую к покупке. Также Дорка Леза. Четвертое использование. Незаменимый станок Фати Пикало. Open Comb. Очень нравится, бреет чисто. Это, кстати, из новой партии. В старой партии был люфт с лезвием. Помазок у нас сегодня. Омега. Кабан. Его уже видели. Работать с ним отлично. И редкий экземпляр Gillette Series от Arctic Eyes. Данный Last Impulse бритье вот именно вот в таком виде и с таким запахом, я как понял, уже не выберу. Но вот таких уже нет. Есть другой Arctic Eyes. У меня был пробник, мне он не понравился. Понравился только вот этот. Если где-нибудь найдете на Авито или еще где-нибудь, берите. Также будут, наверное, использованы и квасцы, если обрежусь. Квасцы необычные. Купленные тоже в аптеке. Их можно купить везде. Все, в принципе, можно идти бриться. Подметаю. Всем приятного просмотра.